В этих упаковках, пожалуй, самая современная и эффективная вакцина против гриппа – Совигрипп. Ее производит отечественная компания «Микроген». Предприятие входит в одну из крупнейших общественных организаций страны – Союз машиностроителей России. Руководство «Микрогена» выступило с инициативой на безвозмездной основе передать несколько десятков тысяч доз препарата для того, чтобы провести прививочную кампанию для сотрудников предприятия машиностроительного комплекса. Для ее реализации было подписано соглашение между «Союзмаш» и Федеральным медико-биологическим агентством. Старт акции в Самаре дал первый вице-президент Союза машиностроителей, первый зампредседатель Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию предпринимательства Владимир Гутенев. Поскольку, по мнению экспертов, в эпидемиологический период до 40% смертей возникает из-за осложнений после гриппа, это вопрос не только экономический, то есть чтобы люди не болели и могли работать, но и вопрос жизни какой-то части наших граждан. В первом пуле, переданном «Микрогеном» федеральному агентству, 35 тысяч доз общей стоимостью около 10 миллионов рублей. Самаре досталось 5 тысяч ампул. Прививки будут делать сотрудникам промышленных предприятий губернского центра и Тольятти, то есть тем, кто не попадает в бесплатную государственную прививочную кампанию. Вакцинация будет проходить на базе подразделений Самарского медицинского клинического центра федерального медико-биологического агентства в городах Самара и Тольятти. В Самаре это на базе с филиала Самарской больницы номер 1 Самарского медицинского клинического центра ФМБА России, в Тольятти на базе самого Самарского медицинского клинического центра и на базе здравпунктов промышленных предприятий. Накануне акция стартовала в Ульяновской области, на очереди Башкирии, Подмосковье. По словам Владимира Гутенева, не исключено, что такие прививочные кампании будут проводиться ежегодно.